В школе номер 26 уже на протяжении 10 лет ежегодно проводят чтение Машхуржусу Покопеева. В этом году мероприятие приурочено к 160-летнему юбилею известного писателя. 25 учеников школ города и сельских округов поборолись за звание лучшего. Ежегодно мы проводим чтение Машхуржусупа. Начало мероприятия хорошее. Еще хочу отметить, что по инициативе и технологии внука Машхуржусупа Копеева Куандыка Базыловича в одной из школ города мы планируем открыть и развивать площадку обучения. Стоит отметить, что среди учащихся школ города есть много тех, кто увлекается творчеством писателя. Это радует и потомков Машхуржусупа Копеева. Интерес среди подрастающего поколения к творчеству Машхуржусупа Копеева большой. Видно, что дети усердно готовились. Здесь, в 26-й школе, в 2009 году был открыт кабинет машхуроведения, в котором собрана информация о писателе-поэте. Также проводятся занятия, на которых рассказывают о его жизни и творческой деятельности. В 2014 году этот кабинет получил звание лучшего по области. По итогам конкурса первое место присвоили Кайдару Бексултан, Назым Елубаевой, Ардебеку Кудайбергену. Второе заняли участники Мерей Мурат, Жансая Турдебекова и Рахима Кайролла. Третьего места удостоены Айжан Серикбаева, Алуа Бахджан Кызы, Дильнас Сатарова, Максат Хуаткан и Арай Алигожина.